В Павлодаре создан необычный арт-коллектив. Этно-фьюжн-ансамбль «Каган», созданный при поддержке регионального управления культуры, развития языков и архивного отдела, пока еще редкость для музыкального Казахстана. В этно-фьюжн ансамбль «Каган» входит 7 специально отобранных профессиональных музыкантов. Каждый день свободно играет на 5-6 инструментах. Таким образом, группа состоит из универсальных музыкантов. Ансамбль, не имеющий аналогов в нашем регионе, ставит своей целью популяризацию национальной музыки и возрождение забытых оригинальных инструментов. Особенность в том, что здесь на каждом инструменте можно играть соло, и все вместе могут играть. Например, ыскырык – ударные инструменты. Уркен Кайргельдыкызы является участницей новообразованного этно-фьюжн-ансамбля. Профессиональный киши, помимо дамбры, освоила шинкльдек, ыскырык, шанкобас. Уркен играет на дамбре с 9 лет и считает, что этно-фьюжн-ансамбль уникален для Казахстана. Участники этно-фьюжн ансамбль очень талантливы. Среди них и студенты, и преподаватели. А наш музыкальный руководитель Ярасыл Адельбеков пишет музыку. Мы исполняем его композиции. На нашей земле родились такие реформаторы своего времени, как Жаяо Муса и Жарылгап Берде, Майра и Естай. Этно-фьюжн ансамбль «Каган» привнес новые инновации в музыку в соответствии с требованиями 21 века и сейчас делает свои первые шаги и находится в творческом поиске. Мурат Билмажит, Гульсара Маликова, Досымбек Такай и Ертес Акпарат.